Приветствую, ребята. Евгений Харитон, Жека, приобрел станцию, как у меня, СВ-шку, с чем я его поздравляю. Теперь он будет полноценно в ССБ на двойке присутствовать и на КВ. Сейчас послушаем модуль Жеки. А ну, Жека, давай, что-нибудь скажи. УР-3, Щука, Щука, Центр, УР-3, Щука, Елена, Харитон. Ну, в общем, плюс 30 принимаю тебя, вот так. Да. Так, вот Жека у нас, получается, станцию взял без тангенты. Тангенту он нашел, такую же шатуновскую, а теперь уже слышно его хорошо. Вот, так, плюс 30. Жека, ты там тоже пишешь, да, ролик? Запиши, потом я это все склею, и будет красиво, QSL. Да, включил. Все видно, пишется. Да, здесь Ульяна Роман 3, Щука, Щука Центральный. Александр Александрович, мистер Запорожье. Так, УР-3, Щука, Щука, Центр, для всех на приеме. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Вот это 10 ватт и 2 квадрата, 3 квадрата. Так, а у тебя какая там частота вот сейчас выставлена, получается? 300 ровно, да? 144, 299, 98. 1 кГц у нас получается. Сейчас послушаем модуль Жеки. А ну, Жека, давай, что-нибудь скажи. Да, УР-3, Щука, Щука, Центр. УР-3, Щука, Елена, Харитон. Ну, в общем, плюс 30 принимаю тебя. Вот так. Да. Так, вот Жека у нас, получается, станцию взял без тангенты. Тангенту он нашел, такую же шатуновскую. А теперь уже слышно его хорошо. Вот, так, плюс 30. Жека, ты там тоже пишешь, да, ролик? Запиши, потом я это все склею, и будет красиво, QSL. Да, включил. Все видно, пишется. Да, здесь Ульяна Роман 3, Щука, Щука Центральный, Александр Александрович, мистер Запорожье. Так, УР-3, Щука, Щука Центр, для всех на приеме. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. Это 10 ватт и 2 квадрата.